В рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы ЕНБЕК предусмотрены три направления. Это обучение по программе предоставления грантов и кредитования. В текущем году запланировано обучить по проекту БАСТАУ граждан. На сегодняшний день уже прошли обучение 210 человек. Принять участие в программе могут безработные, самозанятые, вне зависимости от регистрации в центре занятости с дальнейшим получением государственного гранта, либо кредита на открытие деятельности, либо расширение действующей деятельности. В текущем году на выдачу государственных грантов предусмотрено 163 миллиона тенге. На сегодняшний день 258 человек их уже получили, в основном на оказание услуг населению, торговлю, животноводство и птицеводство. Гранты выдаются у нас безвозмездно, безвозвратно в размере до 200 МРП на приобретение животных, птицы, оборудования, инвентаря, орудий труда, ну и так далее, чтобы начинающий предприниматель мог как бы стартовый бизнес свой реализовать. Для этого необходимо пройти обучение основам предпринимательства по проекту «БАСТАУ Бизнес», защитить свой бизнес-план и, соответственно, обратиться с заявлением в Центр занятости, где по комиссии будет рассмотрено, и в случае положительного заключения грант будет выдан.